Хорошо, Числа. начнем. Угу. Сесиз гидже, куцер гидже, Куца. кергеш сынин, чевренде, Чевренде. чевренде, хер шей парлак весакин, куцал ветатлы, явру, узур или ую. Правильно. Может, сейчас я читаю, а Хорошо. потом вы повторяете. Сессиз геджи. Сессиз гидже. Kutsal gece. Kutsal gidje. Herkes senin çevrende. Herkes senin çevrende. 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 Her şey parlak ve sakin. Her şey parlak ve sakin. Да, правильно. Сакин здесь как-то ударение на А, потому что это слово арабское. Обычно у нас ударение в конце слова на турецком языке. Kutsal ve tatlı yavru. Sal ve tatlı yavru. Huzur ile uyu. Huzur ile uyu. Да, здесь без проблем, просто здесь слово чевренде. Чевренде. То есть такой Чев. между А и Э такой звук, да? Это прямо э, но просто не прямо э, как на русском, поэтому произношение Ну, э. ближе к А такой. Чевренде. Я Чевренде. слышу Нет, с таким а, а оттенком как а. буквы А. Ага, да, нет, здесь нет А, но просто произношение что-то другое. Ну, между Чевренде. А между Э и А Между такой Э вот и А. такой звук. Чевренде. А. Нет, А. так А нету. А нету, вообще нет. Потому что А вот здесь, например, парлак А. А здесь Э. Чевренде. Здесь как будто слышится, наверное, как А, потому что здесь Ч, В, Р. Вот они, наверное, твердые буквы, поэтому «э» как будто не звучит как мягкое «э». Чевренда. Да, Идем чевренде. дальше. Сессиз гдже, кутсал гдже, чобанлар башинда нөбетте. Учмаклардан атташар кайра, мелеклер дер халелуя. Куртарыджымыз доуду, куртарыджымыз доуду. Сейчас я читаю. Сессиз геце, кутсал геце. Вы повторяете. Sessiz gece, kutsal gece. Çobanlar başında nöbette. Çobanlar başında nöbette. Uçmaklardan, Uçmaklardan. taşar kayra, Taşar kayra. melekler der, Melekler der. haleluya. Аллилуйя. Тут тоже заимствование, поэтому ударение на у, да? Да, Никто не использует, наверное, учмак больше, но это какой-то, ну, наверное, старый перевод. Куртарыcımız doğdu. Kurtarıcımız doğdu. Куртарıcımız doğdu. Kurtarıcımız doğdu. А вот это как бы гест с этой. Как Да, относится? это мы называем «юмушак ге»,
То есть ге, типа мягкий ге, так называется. Но здесь есть два произношения. Либо мы не произносим, вообще не читается, а читается вот эта буква перед этой буквой чуть длиннее. То есть вот, например, как мы читали здесь, доду. То есть типа там как два о, но не говорим до о, но чуть длиннее читаем вот это о, доду. Обычно так не читается. Но если в случае тоже читается, но читается как буква Е, то есть вот это как на английском, не А как на можно пример русском. какой-нибудь? Например, образование, обучение обозначает, вот, например, вот это слово я написал в чате. Здесь «эйтим» мы читаем, например, между буквой «э» и «и», то есть это читается как «эйтим», но мы пишем как вот через мягкий «г». «Эйтим» или не знаю, да. Да, есть такие вот, например, «эйим». Если вот такие, например, здесь вот, например, «бейиль» читаем. «Бейиль» — это значит, типа, «нет», «не». Помню это слово. Да, типа, да, как нет, переводим. Да, мягкие обычно, к сожалению, большинство турков, они думают, что мы это произносим, и они стараются произносить, но нет вообще. Понятно. Да, и сейчас вижу, что тоже сейчас много учителей турецкого языка. И русскоязычные тоже в соцсети, вообще ужас сейчас. Они тоже стараются вообще читать эту букву. Понятно. Сесиз гэджа, кутсалс гэджа, танырынын олу, Севгенин дуру иши. Just, просто здесь просто Ши. «ы». Ну, было хорошо. Изин нурла ишитили. Сен додун зулмет битти. Битти. Правильно, Бизлере битте. нур долду. Бизлере нур доуду. Хорошо. Сессиз геце, кутсал геце. Sessiz gece, kutsal gece. Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın oğlu. sevginin duru ışığı. Sevginin duru ışığı. Правильно. Здесь апостроф неправильно написали просто. Sevginin. Yüzün nurla ışıltılı. Yüzün nurla ışıltılı. Sen doğdun. Sen doğdun. Da doğdun. Zulmet bitti. Zulmet bitti. Bizlere nur doldu. Bizlere nur doldu. Bizlere nur doğdu. Bizlere nur doğdu. Да. Вот это два разных глагола. Да. А тут какие глаголы? Но «долду» — это значит, типа, как «долдурмак», но здесь, наверное, метафор такой, насколько я понимаю. Но, типа, «долдурмак» — это значит «заполнить», «выполнить», а «долмак», например, когда... «долмак» вообще тоже здесь, наверное, метафор. «Долмак» тоже значит «родить», «родиться». Но здесь тоже метафор, конечно. Но типа как-то появится, наверное, появилась какой-то свет, какой-то. Я не знаю. Нур вообще-то значит свет. Я не знаю, кстати, оригинальный текст тоже. Свет Да. явился нам, свет родился нам, как бы, да?
Ну да, типа так, да. Но здесь просто одна буква вот меняет глагол. Нур, получается, тоже не турецкое Нур слово. вообще-то это арабское слово, а мы больше всего используем ишик, это значит свет. Ну, нур более всего как-то светлый, типа как-то что-то связано, наверное, с религией, с вот именно таким Понятно. вещами. Да. Да. А мы вот используем ишик больше всего. Если мы используем нур сейчас, например, это точно связано с религией. А ишик это значит свет, просто, может, лампа тоже. Понятно. Ну, можно пробежаться по значению, если есть еще время. А как еще Но раз? я имею в виду перевести, попробовать, если время есть А еще. давай попробуем, но просто я не знаю оригинальный текст, конечно, потому что и это очень плохой перевод, насколько я понимаю. Но может они перевели, конечно, сколько лет назад, и они не меняют. Ну, может быть, я просто не нашел более современный перевод. Ну да. Да. Это тихий, да, Ну, сис-сис. да, сессис это тихий, геде. Сис-сис. Вот, например, здесь э, геде, геде, геде. То есть, кутсал геде. Геде что Святой, да? значит? Ночь. Куцал святой, да? Да, кутсал святой. Эркеш, по-моему. Кутсал святой, например, но кутсал именно, наверное, связан с христианством. Потому что вот именно когда вот мусульмане особо на это слово не используется, кутсал. А Ага, кутсал какие-то геджи. иные слова есть, которые нужно? Светлый. Куцал, какие-то иные слова, которые Синонимы. А что мусульмане говорят вообще, синонимы? наверное? Может Я быть. поняла вопрос, но сейчас как-то в голову не идет вообще. Ну, понятно. Ну, а может быть, глаголы? Светлой, да? Вот именно вот это. Ну, надо куцал. Ну, может быть, слово неупотребительное, поэтому тогда не будем Да, затекаться. ну, может быть, еще есть такое слово мукатес. Мукатес. Может быть, кусал тоже. Сейчас напишу. Спасибо. Кусал, как это, например, кусал китап, например, мы используем кусал китап, то есть святая книга получается, но это не Куран, например. Ну, Если это кто-то Библия, говорит, да? или... Да, это Библия. А Так, Эркес дальше. это каждый, да? Herkes, да, это каждый, или можно все, как everyone. Что-то с Селин, это твой, по-моему. Что-то такое. Да, синин чевренде, да, типа вокруг тебя. Чевре, это значит круг. Чевре. А это такое просто, можно сказать, изафит. Сенин чевренде, вокруг тебя. Да, я забыл, какой это падеж, о чем, что означает? Здесь вообще-то без суффикса будет чевре, а здесь чевре, и потом чевран, то есть получается твой типа, твой округ, твой круг, или и чевранде получается здесь как будто вы на, но как там мы переводим на русский, это получается вокруг тебя. Понятно. Хершей, хер это, по-моему, тоже каждый, да? Все получается. Получается, как herkes, это все, а herşey получается все. Ну, То я есть, говорю, как каждая вещь, все получается. да, herkes senin çevrende, то есть каждый, типа, все вокруг тебя, и потом дальше herşey, и типа, А какие тут глаголы все. parlak
А парлак ве сакин это не глагол, а это прилагательное. Прилагательное, Парлак да. это, ага, это прилагательное, да. Так, глаголы же в Парлак. начале идут. Да, особенно глаголы не начало, а конце Ну да, в конце. предложения. Да, в конце забыл. Да, точно, в конце. Парлак яркий, блестящий. Парлак. Яркий И и какой? сакин блестящий. А, Блестящий, яркий и может сказать. блестящий. Да, Наверное, может парлак, блестящий. парча тоже от этого слова, да? Нет? Как еще раз? Парча. Еще раз? Парча. Ну, это, наверное, это персидское слово, Может быть, да. Арча, не знаю. Куцал Вот так эса. пишется Арча. Парча. Ну, это русское слово, я не знаю, как по этому пишется. Я Может напишу. быть, турское слово, но может быть не турецкое Да. больше, Ну, потому я что мы уже напишу забыли много парча, слов. чтобы не забыть. Потом напишу. Акча может быть акча. Ак. Да, Нет, не ак это арча. значит, кстати, белый. Так, татлы, это же, по-моему, звезды, нет? Нет, не звезды, елды. Елды, Йылдыз это звезда. звезды, да. Татлы, Татлы типа. это значит типа сладкий. А, сладкий. Святой и сладкий, а я вру. Здесь я вообще-то, конечно, не знаю, о чем идет речь, но явро это значит типа как ребенок. Это может быть ребенок, может быть, человека, или может быть ребенок как-то, может быть, котенок, может быть, не знаю. Ребенок, да? Татлы, ну, то есть значение милый, да, сладкий. Милый. Ага, да. И сладкий, и милый, да. Хузур или уют, тут я вообще ни одно слово не знаю. Хузур. Хузур это значит покой. Ую это значит типа императив спать. Ага. Спи с покоем. То есть или это обозначает А, с, да. Это оттенок. Спи Пришел. спокойно. Хорошо. Один из значений просто. Или это обозначает тоже и на, тоже зависит от Интересно, да. слова. Так, Да, например, если я скажу араба или, например, это значит, то есть намощение. Так, ну, первое, мы не будем переводить, это мы перевели. Чобанлар – это, по-моему, пастухи, да? Я забыла это слово, кстати, чобан. Как? Чобан? Пастух? Пастухи. Да, пастух, да. Никогда не использовала Башнда. это слово на русском языке, когда я говорила, наверное. Я читала просто где-то, не знаю, в какой-то книге. Это от слова голова, башнда. Да, чобанлар башында нөбетте, да. Башында это значит, да, баш это голова, правильно. Но большинство типа как-то Впереди, может быть. ну как-то рядом здесь чобанлар большинство нөбетте А нобетте? нөбет это значит конечно сейчас чуть-чуть другое слово наверное нөбет это как-то может нет не приступ здесь нөбет это наверное как-то дежурство не знаю. Как-то, То есть. например, как в армии, например, да? Как это? Понял. То есть бодрствовать не на посту, да, как бы. Ну да, как можно сказать, как-то, например, они дежурят там по очереди, не знаю, дежурят. Ну да, чтобы никто не украл овец, они смотрят за овцами, да. Да, вот А, именно рядом как бы. это. Ну, да, обычно, да, рядом как-то здесь. А вот это что за слово такое устаревшее? Учмак это вообще больше не используем. Может быть, кыргызы, узбеки, они до сих пор используют. Я не знаю, кстати.
Учмак это значит рай. Учмак. Учмак. Здесь это, кстати, учмак. Вот вообще макмек это, когда мы видим, это глагол. А здесь это учмак, это получается... Уже во множественном числе получается. Ой. Существительное здесь получается. Да. Учмак, учмак, да. Да, вообще, учмак кайра. Кайра, это что значит именно здесь использовали? Я не знаю вообще. Ага, а кайра. Как? Таша. Сейчас. Слово. Учмак, ташар? Да, ташар. Ташар это... Здесь вообще метафора, я не могу понять очень, но... А, да, я поняла, наверное. Так, ташмак это значит, например, ты наливаешь воду, да? Прямое значение, я говорю. И ты много налил, допустим, и потом что случилось? Как переливается, да? Переливать, как? Переливаться, да? Переливать, да, то есть много ты налил. Вот именно ташмак это значит переливать. А здесь метафор такой, наверное, то есть из рая, то есть типа переливает доброта, может быть, вот ага, доброты. Изливать, Кайра это как-то доброта. Ну, как бы, если брать более по-русски, то с небес не сходит благодать, да? Ну да, да, можно, да. Ну почему они именно выбрали вообще кайра, я не знаю. А как будет благодать по-турецки? Благодать. Ну, вообще можно хаир япмак. Хаир. Хаир это значит нет, но еще значит вот благодать, благодарить тоже. Мелеклер, да. А Мелеклер это у нас кто? Ангел. А, ангел. А, точно. Мелех. Мелеклер. Ага. Очень популярное женское имя здесь, в Турции. Ну, в единственном числе, да, Мелек? Здесь в множественном. Нет, я имею в виду... Мелек — это единственное, да. Имя. Кутарджимиз — это у нас какой-то глагол, точно. Отрицательный форм. Куртарджимиз — это не глагол, это существительное. А, существительное. Да, повторять грамматику. Глагол, можно сказать, почти 100%. Ну, не 100%, 99% — это концепт предложения. Ну да, да. Там СОВ, да, структура? Да. Получается, нет, не СВО, наоборот, СОВ, типа, наоборот. СОВ. Да, СОВ, да-да-да. Subject, object, verb. Да-да-да, вот так на турецком. Это у нас какое существительное? Куртарджимиз, получается, куртарджимиз спаситель, куртарджи. А, наш спаситель, получается. Да, наш спаситель. Наш спаситель, он да. родился, ну да, родился наш спаситель, да, получается? Да, Рожден. Так, это мы перевели. Так, Божий сын, любовь, а дальше я не знаю. Да, любовь. Здесь нет, не надо начинать. Вот ушик мы говорили свет. Это уши да. просто такое грамматическое правило. Как это там? Севгинин, дуру уши. То есть если по словам будет севгинин, севги это любовь. Дуру это значит типа как чистый. И можно сказать типа чистый свет любви. Так, Юзин, что-то опять с
светом и с... Да, юзун нурлы ишылтылы. То есть юз это значит лицо. Юзун это твое лицо. Светится. Юз... Да, да юзун. Сейчас. Давай еще раз текст. Юзун нурлы ишылтылы. То есть твое лицо типа со светом светлый. Ишылтылы тоже вот как-то... Светится светом. Ну да, щелту типа яркое тоже, яркий, сверкающий, сияющий. А ла что означает? Как? Ну вот это окончание ла, или суффикс ла. Ла, вот именно нур или нурла, то есть с. А, это с, то есть как и или и ла, это как бы синоним. Да, да. Да, се бухдун, твое рождение, что там сделалось. Ага, сан доудун, то есть ты родился, зульмет битте, наверное, злост закончился, зульмет здесь, наверное, ага. Так, зло, может ага. Быть, или, да, жест, жестокост. Угу. И нам свет, соответственно, что там... Так, это Биздере нур долду, то есть как, может, как можно на русский звучит как-то странно сейчас. Долмек это значит типа выполнить, заполнить тоже вот. Здесь метафор, конечно, поэтому мы не можем сказать, нас выполнил свет. Ну, нас. В наш мир явился свет. Ну, я вот я, да, как я говорила, появится, явится. Биздере нур доду, то есть еще раз, как будто внутри у нас свет родился. Вот. Ага. Дома. Ну, тут, наверное, имеется в виду про сердце. Да. Понятно. Ну и внутри нас свет рожден. Да. Да, спасибо. Еще... Очень было пожалуйста, понятно. Пожалуйста. Еще какие языки вы хотите? А, ну я сколько получится, сколько успеть будет. Да, прикольно. А почему вы так решили? Ну у меня всегда я Я вообще фанат языков, фанат, ну... Да, я тоже. Две страсти у меня, языки и музыка, поэтому я решила их объединить, а песня, это очень мне нравится, поэтому, ну и тем более... Да, прикольно, прикольно. Тем более я а сколько языков вы знаете? Поэтому... Да. Сколько языков вы знаете? Что? А что? Сколько исполнилось? Сколько из... я не знаю, сколько исполнилось. 87-го года. Я не могу считать. 87-го. О, окей. Я знаю 6 языков, но просто, конечно, уровни вообще разные. Да, но я тоже вообще люблю языки. А я помню, наверное, ваш профиль школы иностранных языков, да. 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 Ну, можно у меня тоже онлайн других школа. Языках, мне европейское ближе, турецкий, я так постольку, немножко дуолинго курс прошел и все, и забросил. Дуолинго вообще. Да. У меня тоже онлайн школа, а мы преподаем большинство, конечно, турецкий язык, как иностранный. Ну, у меня тоже учители знают другие языки, но я преподаю просто русский, английский и турецкий. Ну, вообще, конечно, интересно. Вообще. Я тоже думала снимать какое-то видео. Вот, например, я, конечно, спрошу учителей, у моих учителей, потому что я не знаю французский или я не знаю боснийский, не знаю, есть такие языки у нас в школе тоже. Я хочу вот просто сказать, например, видео, допустим, с Новым годом на русском,
И потом мой русский учитель продолжает, например, говорить два или три предложения, например, не знаю, там, желаем вам, бла-бла-бла-бла. Или вот и говорю с Новым годом на арабском, и потом вот два-три предложения говорит мой учитель арабского языка. Ну вот, хорошее да, занятие. такое. Да, такое просто, ну и конечно, а вы вообще-то вот без текста на других языках вообще это, конечно, много работы, но поздравляю вообще, это Да, я отлично. люблю копаться в языках, просто решил немножко себя облегчить. Ну да, а сейчас какой язык вы изучаете? А Или изучаете, не знаю. сейчас, как ни странно, я гавайский изучаю. А? Какой? Гавайский. Гавай? Зачем? Хотя он как это, исчезающий, но как-то он какой-то такой вот мне простым показался. Гавайский вообще? Да, вот. Окей. Вообще, я люблю с помощью Duolingo изучать языки и не использовать грамматические подсказки, а именно с помощью своей языковой интуиции, прокачиваю свою языковую интуицию. Вот. Догадки и потом уже проверяю, после того, как прошел курс, проверяю на грамматике, насколько я прикольно. Прав, и насколько ошибался. А как вы вообще-то выбираете, например, какой язык вы изучаете? Как вы? Во-первых, первое это, конечно, по звучанию, поэтому мои фавориты, безусловно, это французский, японский и польский. Безусловный фаворит, конечно, французский. Я потом появился польский, а в пандемию я кинулся восточные языки. И вот японский как-то мне больше всего зашел. Вау, японский вообще, да. А я пока вообще-то у меня большой конфликт, или, может быть, война, можно даже сказать, с арабским языком. Пока не знаю, японский или китайский, если начну. Но сейчас я учу, я изучаю арабский язык, да. Ну, подключите Duolingo, он есть не просит, а пассивно все равно входит какой-то сразу да. запас. Да-да-да. Ну, посмотрим. Я Duolingo не знаю вообще, как... Да, Duolingo хорошо, если вы изучаете английский язык. Но вообще турецкий язык ужас. Русский даже мне не очень понравился, когда я была студентка. Ну, конечно, сейчас как, я не Ну, там, знаю, но конечно, сколько лет есть назад. свои минусы, что там не всегда правильное упражнение, но если там копаться, там есть целый форум, где обсуждают ошибки, как правильно, как неправильно. То есть, Да, 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 если да. не копаться, то можно и там истину найти. А вы были в Японии раньше? Нет, в Японии не был, но Нет. Окей. Хочется и во Франции. Прикольно. Да, 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 да. Но у меня язык, он не повязан к моим мечтам, он привязан просто к моей страсти к языкам. Она рождается вне зависимости от практического применения. Да, да. Ну, Вот. прикольно. Наверное, Вообще рада познакомиться с вами, конечно. Да, взаимно. Да, да. Ну, если помощь надо, ну, с турецким языком, так, то я готова, конечно, всегда. Можете всегда связываться. Спасибо. Пожалуйста. Хорошего дня, хорошего настроения, чтобы у вас все получалось, и в вашей школе тоже. Спасибо. А поделитесь, да, точно видео или, не знаю, какое-то, или вы не будете делать так? Какое видео? То есть, вот после того, вы же не поете
эту песню на разных языках. И снимаете, нет? Нет, я пою. Вы не будете Я снимать? Пою, пою. Я как раз пою. Хорошо, вот я жду видео. Основное, так скажем, занятие. Ну, вернее, оно более, так скажем, в моей жизни присутствует. А языки, они как бы дополняют. Ну, прикольно, да. Я вообще сочувствую. Окей, хорошо. Чему сочувствуете? Так, хорошо. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Всего Очень доброго. Было приятно познакомиться с таким солнечным человеком. Кстати, я могу вас добавить в русскоязычную группу. Да, давай. Позитивных очень много людей, и можете тоже делиться своими радостями. Можете рассказывать какие-то интересные штуки про турецкий язык и так далее. Да, почему бы нет? Да. Я люблю говорить про языки вообще, иностранные языки. Скину тогда группу. Хорошего дня. Хорошо. Тогда görüşürüz. До свидания. Görüşürüz. Görüşürüz.